эту хуйню, говорит, челик, говорит, с двумя шеймами, какие-то всю гильдию обосрал, говорит, я не понимаю нихуя, что происходит, блядь. Ну там душный лог, блядь. Может, правда, мейн есть, но он это не меняет, что он душный лог. Так я тебе потом вот написал, ну, более ясным языком. Это Давакин зайдет, нет? Писал что-то он там в DC, написал, наверное, вылетел, как обычно. А ребутает? А, ребутает, ну хорошо. Я не читал последнее сообщение твое в DC. Так, зачистили. А чё вы нихуя не зачистили? Хули вы стояли вообще, вы меня слышали? У них вайп на трэше. Так а хули вайп? Маскон, иди влетай сюда. В пачку эту. Я пробудителей заберу. Блять, ребята, так не пойдет, блять. Трэш-то надо чистить. Он что, только со мной чистится или чё? Без воды никак. Ну, в натуре, блядь. Где там второй пробудитель, блядь? Или вы его убили? Чуть не видно. Так вы как без меня-то, блядь? Правильно, видишь, говорят, без меня никак. Тебе ник надо сменить на вода, блядь. Сука. Не, просто без воды. Давайте без воды, блядь. Давайте без топы. Топы даже в рейде нет, его помнят, блядь. Так, Маскон, вопрос к тебе. Я помню, в ТТГ ты что-то там не знал, еще в ГМХМ первый раз был. Как у тебя с ЦЛК с РС-кой? Я хочу, чтобы у меня замена была достойная. ДКшник, ты с двумя чарками, у тебя перспективы огромные. Ты в Диси, Маскон, вообще, не? Так, ЦЛК хорошо. РТ не танчил. Понятно. Сегодня потанчишь. Ну давай двух ебанем этих мобов. А, стрим подрубишь? Да. Подрубаю. Всегда мечтал сказать подрываю. Ну это тебе не здесь. Это тебе не... Это во мне это, блядь. Сука. Рацию? Ну там шестеренку тыкаешь. После РТ собирались куда-то? После РТ давай откроем календарь. Написано Кара Гер 2 штуки. А, нихуя. Ну вчера вы чё ходили? В ГМОП? Я, кстати, ГМОП это... Я сегодня зашел, только эти дал. Ты начислил? Нет, я только эти... Как они? Скажи мне, блядь. Давай Савиану ебанём, пока мы тут. Сука, ну вот эти 500 вклад нахуй накидывал. Почту смотрел, там человек, человек 10 прислал. Значит, Маскон, если... Как... Смажьте яд. Да, вот Давакина нету, кстати. Мажьте яд анестезирующий. Если что, готовьтесь прохиливать. Маскон, там, короче, если у тебя желание есть четко танчить, все врубаться. Если что, на ютубе записи есть. Я за ДКшника танчу, очень много, весь контент. Вот, в принципе, из-за любых других танков есть. Как ставить во тьме, как крутить. Вон РС-10 гермы закрыли. Вот, если тебе интересно, загляни. Посмотришь. Ну, а так... Ты не хочешь его отписывать, ставьте лайки. Напишите комментарии. Да, да, да. Я такой хуйней не занимаюсь. А это кто, Филинка? Это кто вообще? Это я, это мой твин. Это топа. А чё, блядь? Алхимик мой, блядь. Мобы идут, смотрите, отойдите от мобов. Отойди от мобов, кто там, шаман, уходим. Прием. Сука, чуть не сагрили. Метки дал незыбку. От меток отходим. Между собой рейндж набираем. Вон, смотри, тело смет, да, сейчас выберу, скажу, кто это. Винлорд, как дела? Нормально тебе там сметка бегается? На синдре также будешь подходить? К этой хуйне. Там, да, если... Я буду вайпать. Если на синдре так подходить, то замораживаться глыба вторая будет. 400 тысяч бить. Мы будем вместо босса глыбы хуярить. Это не весело. Ну, блядь. Не начислил я тебе? А ты... А я не помню, блядь, посылал ты? Нет? Ну-ка. Ебать. Еще эта таблица ебаная. Друид инвалид. А ты посылал, да? Блядь, может, ты забыл, пропустил. Ну давай накину сейчас. Ты спросите там, в DC Давакин вообще заходит? Чё он там так долго?
Он написал в Дисе, что комп ребутает. Давай, врывайся в пачку, это я пробудителей заберу. Москон. Блять, да что там за хуйня нахуй? Ну это он же нажал, отдай мне этого моба. Сейчас этот пидор еще кастовать начнет, ну ебаный в рот. Винлорд, ты это... Взрывная волна. Сбивай станом, перехватом или отбегай. Чтобы не умирать. Ты сколько играешь? Месяц или сколько, Винлорд? Чё у тебя, какой опыт? То есть, если ты совсем ничего не знаешь, будет печально. Много, но давно. Короче, играй, чтобы лишний дамаг не получать. Не лужи там от клива отходи от всей этой хуйни. Чё ты сдох там? Сейчас посмотрим. Так. Ну, волна. Две волны. Так, волна и рассекающий удар. Волной, наверное, откинуло тебя под рассекающий удар. Наверное, так было. Пошли вон еще три моба, тех убьем. Ходячих вот этих. Можете там засумонить? Мы не просто можем, мы засумоним. Отлично. Вот сейчас смотри. Кастует, хоп, отбежал. Тут подбежал обратно. Не трудно. Ты будешь так стоять весь бой, смотреть, как мы бьем. Там рога в инвизе стоит, просто смотрит. Ползает вокруг нас. Тактику учит. Он стесняется просто. Что за вагонов понабрали? Чувствую, будет весело сегодня. Можно я тоже в сторонке постою, по куколу? Да, можно шкаф, ребят, по братству. Кто может камень сделать из ПД дух и крит? А то у меня метасокет, оказывается, не работает. Ну, за рогу я могу потом сделать. Так, после арти я тебе могу подарить из-под духа даже. Ну, точнее, после арти. Так, надо сейчас. Так, смотрим по профессиям. Ну, или можете самому, вообще слетаем. Дайте мат, пожалуйста. Так, у кого там танк есть? Кирсори, давай в танка. Я нашел, кажется. Этот, ностальгия, ты пойдешь в целка РС обычки? Так. Может его взять? Прокопчук, это кто? Диси, что у вас не игровые ники? А, это ты? Подпиши хоть некромантика. Что-то Довокина нету, блять. Вон он пишет что-то. Ну, он что-то пишет, заходит, да. Я не понял, короче, я это чат пропускаю, у меня вот эта зеленая залупа распылить, вот это все непонятное. Ром, что тебе сделать? Крит, камень.
Крит камень? Да. Чистый, да? Да. Чё? Зато мы прочитали. Ну да ладно. Кто прочитал? А, сейчас-то на стриме. Ну да. О, у Акисы есть фиолетовый камень. Это какой? СПД дух. Так, Давыкин пишет, заходит. Челик, наверное, вот этот лог, наверное, твит какого-то типа с экзальтидов или прогрессов какой-нибудь, который... Нет, мне кажется, какого-нибудь No Mercy или Месси, блядь. Или Мессия, блядь, откуда-то оттуда по поведению, блядь. Месси — это футболист. Да и похуй. Нам-то что, блядь? Потому что общих каналов нету вместе с ним. Ладно, это цена. А, покажи же в Дискорде, блядь, где ты содержишься каких. То, что, блядь, тебя много в топовые гильдии, когда с кем ты ходишь куда-нибудь, они туда в свои каналы зовут. И там остаешься. А у него даже общих каналов вместе нет в Дискорде. Блядь. Написал и офнулся. Давай, пиздавай кино объем. Ты что, 200? Да, да, давай без давайки. На этот самый, смотри, по кругу идем, значит, начиная отсюда и в сторону кружка. Значит, я веду босса основного. Москон, значит, на коне, и вар тоже на коне, стойте. Москон, забираешь первую копию, вар вторую. Значит, перед тем, как будет появляться вторая копия, на 33% она появляется, Москон отдашь незыбку. Ну и Шектор, соответственно, то, что ты обычно делаешь, бабл, массакро. Вот на 35 где-то отдашь, чтобы когда босс откинул тебя, у тебя был прожимка. Ну и вар там со стана выйдешь, с коня словишь последнюю копию. Двигаемся друг за другом, ну или как удобно там. Но самое главное, что не идите в противоположную сторону от меня. То есть если вы будете дистанцию между танками разрывать, ставьте шкаф, суммуните до Вакина. Да, он здесь, он здесь. А, все тогда, это самое. Главное, чтоб хилы... Дайте МК, вам бигдем. На вары кидаю, да? Частицу. Нет, ну, я первый танчу, на меня кидаешь. Угу. Вот, и это самое. Не разрывайте дистанцию, смотрите, чтоб хилы до вас доставали. Ну и хилы, соответственно, двигайтесь так, чтобы куда бы вар, вот если он отходит, да, от вихря, чтобы вы не разорвали с ним дистанцию, то есть не проебите танка. Все, тут больше ничего сложного нет. Остальные все набирайте рейндж. Вот на конях. Оставь там звезды, эти метки на них, а то они начнут там бегать как тараканы. А там этот ставит, как оно, блядь, вот это обжигание будет ставить кучу меток, будет скидываться. Ладно, ну ладно, поехали. Так увижу. Цирк приехал. Они же босса держат. А можно дать кулак по рогам, а не МП5? Я бы даже сказал, нужно. Не знаю, что за проблема у вас. Под ебалом не бегайте, кто там, блядь, а там удалак. Вот 90 стаков, это означает, вы не держите нихуя рейндж. Вот вас просишь, вы один хуй стоите в толпе. Вот, блядь, вас как-то вас охота захуесосить, сука, за что-то, блядь. Потому что вот вам говоришь, блядь, простые вещи, наберите рейндж, вы не набираете. Как стояли, так и стоите. Хорошо, что босс не шотает. Все-таки вредный, да? Я понял, блядь. Сам с собой попиздел, блядь, и все. Москон забираешь. Забрал? Нет, не... А вот... Все, и вот за мной веди, за вот этим боссом.
Если вихрь, типа, отбегай, он тебе дамаг не нанесет. Винлорд, как сдох, братан? Подъебало зашел? Я понял. Остальные два, Киса и Авелания, как? Подъебало зашли? Ну, мы первого били, а второго нам подвели сзади. Так выйдите в бок, блядь. В чем проблема? В бок вышли, с раунда стало. Ладно. Готовься, Москон, незыбку отдавать. Готовься, отдавай незыбку. Все, третья появляется, забираешь, что там? Этот. Забрал кэри, да? Отлично. Все, теперь рейндж набираем. Ну давай, я проведу дальше. Уйдите из-под ебала. Съебитесь отсюда. Че вы, блядь? Съебитесь право-лево. Видите, он ведет постоянно. Уходите, треугольники вот эти все. Уходите. Вы в центре, мы вокруг вас вводим этих пидоров. А еще дальше проведу. То... Мозг он постоянно двигается. Бить копию можно любую. Только надо смотреть в омуне, сколько на ней агро набрано. Кто там под ебалом бегает у меня? Ты кто? А, это танк с копией. Короче, незыбку даю. Один в один не надо водить так. И на миликов ты навел. Москон тоже так не надо делать. А, я впервые танчу РС, поэтому никогда еще не делал этого. Ну ладно. В принципе, критичного пока ничего нет. РБК и... В Гере в 25-ке, может, потруднее будет. Забегайте быстрее. Вы на коней садитесь. Или у вас что там забагалось? Значит, вар... С Москоном, кто дальний, кто ближний трэш, разберите, будут выходить мобы, будете их танчить. Я на боссе. Босс тут Москон, вот этот вот, очень легко танчится, будешь если в будущем танчить. Значит, он дает фир, и вот во время каста этого фира, пока он еще не закончился, надо в него там дать. Тогда фир на тебя не повешается. Ну и там просто танчишь и все. Не надо на секунду отойти, начинайте босс. На, похуй, ага. Все, хуярим. Да мудак тупой, блять, сука. Будет он ходить за мной или нет? Блять, пидор. Промах, блять, промах. У него придумали текстуры. Текстуры обоссанные вообще. Вот эти вот. Геодата, блять. Хуёвая. А у тебя 4Т4 есть на протоваре? Да, он уже сдал. Да. На ту сторону переезжайте, только не через босса, босса не спульте. Меточки поставим у себя. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Этот мир вот-вот соскользнет в... За линию. Побежали. Зайдите за линию. А рыбу ставили уже? Нет. Че, маги, у вас принципиальная, да, позиция МК не давать? Типа, блять, ну вы, сука, не дамажите же, блять. У вас там, блядь, 10 тысяч, блять. Ну дайте, сука, присту МК, который, блядь, дамажит. В чем проблема, нахуй? Нахуй, блядь, просить у вас его постоянно, блядь, выпрашивать, нахуй. Почему, блядь, не зашли, сразу кинули, а остальное на дамажащих раскидали между собой, блядь.
Два приста, два МК по пристам дали, остальное между собой раскидали. В чем проблема, блядь? Ты хоть одного из них знаешь? Или ты их всех первый раз видишь? Я всех, ну, Бен Стиллера вижу. Так ты напиши, все. Напиши ему в ПМ, попроси и все. Я тебе... всем написал, говорю, маги, дайте МК. Мне там кто-то мут даже кинул, блядь, а МК хуй кто дал, блядь. Ну, понятно. Ну и забей хуй тогда, все равно ты больше их даешь. Зачем тебе это? Будь выше этого. Просто не понимаю этой хуйни, когда, блядь, типа между собой раскидались, блядь, а ДПС от этого не вырос. Блядь. Ты лучше бы это им сказал, когда мы вот выпнемся, нехватка ДПСа будет на синдре. А сейчас это, блядь, похуй. Хуйня, скоро на лану придем. О, видишь, блядь, попиздел, дали им каблет, нахуй. Вот почему бы сразу не дать, а? А ты в следующий раз вообще хуесось приняли, пидоры, МК, блядь. Ты был у нас тип, нахуй. Кулаки не бафали, короче, он на коте. Прям сразу, с самого начала, блин. Он на коте такой стоит. Антипидорас ебаный, дай кулак друидам, сука. И такой так смачно. Ну. Это, паладины, давайте с вами разберемся. Шектор, чё бафаешь? Каски. А Винала, чё бафаешь? Кулдак. Бафай кулдак по Акисе. Братан, блядь. Кулдак. Маскон, твоя задача, значит, смотри. Я спулю босса в ромбике, буду танчить. Первый метеор упадет, придешь, меня заберешь. И будешь стоять, значит, танчить его. Он исчезнет, и будешь стоять ждать в ромбике. Никуда не поворачиваешь. Вот появляется, там же стоишь, там же танчишь. Значит, по хилам. Ультраприз Шектор остаются в свету с Масконом. Во тьме будут, значит... Так, кого со скинуть-то, блядь? Ладно, поебать. Так. Кулдак по шаману. Теперь это наше новое слово будет. Этот, во тьме, короче, первая, вторая, Маскон танчит свет, третья, четвертая в свету. Ну и остальные два друида и бидон во тьме хилите. Соответственно, понятно, да? Так, теперь... Чтобы не остаться за линией огня, вы встаньте вот сюда. Когда я буду бежать к боссу, ничего не тыкайте, ничего не двигайтесь вообще. Проверка на пол. Зайдите за линию, кто там на конях стоит. Сука, останьтесь за огнем, блядь, в ебу ГП. Все, я побежал. Вот мудак, блядь. Сейчас я его выровняю. Так, Маскон, выноси. Метеор перебежали. Хули стоит? Сейчас упадет 80 тысяч, поебало. Так, успели. Все, можешь подходить, забирать, агро набирать. Иди, иди подходи ко мне, забирай. В ромбик, Маскон. Все, его хилим. Винала, братан, как дела у тебя? Черепок над головой, пылающий огонь на Винала. Видишь? Нет, выноси к стене, что ты бел... Блядь, беги, сука. В лужу встань. Ты что, дрочишь, что ли, или что? Какого хуя ты нажимаешь, вар, на портал? Заходим с треугольника. Кто там его резнул? Выноси. Так, начинаем двигаться. Скоро будет лезвие. Двигаемся сбоку босса. Находимся. Так, что у нас по герам? И ну, там... Что, у нас одна гера. Давайте геру сейчас. Давай. Почему две геры? Ну не убивать меня, блядь. Этот каску лапу пристабав по вару обновить. Лезвие готовимся. 3 секунды. Смотрим, где шары. На шар не неси. Третья, четвертая на выход. Третья, четвертая на выход. Быстрее.
В свету метеор перебежали. Смотрим, на метеоре не стойте. Во тьме автоатакой побейте. Главное, у нас 60 показывает. Полтинник, все, бьем тьма нормально. Выноси, Винлорд. Так. Так, во тьме 40. Процентов сколько в свету показывает Шелфир, глянь? 40. 40. Тоже 40, да? А, ну я говорю, и там те же цифры. Выноси Кирор. Киро, блядь. Да, все стоим, свято. Стоим. На своих. Служи, выйдите там только. Так, лезвие смотрим внимательно. Квест на Халеона? Не знаю, нет такого. Отжи выноси. Давакин выноси. Опять, наверное, завис нахуй. Окей. Хант. Кто завис? Хант? Ну, блядь, да. Перебегите, блядь, диспельте с него, сделайте что-то. Только не сдохните, сука, в огромной луже. Метеор перебежали. Пускай сдохнет лучше с меткой. Кирор, Кирсори выноси. 60%. Это что, мы в тьме дохуя дамажим? Свет, вы там не попадали? Надо, Вакин вылетел только. Сейчас добьем. Так оно и вот хуета нахуй. Ну чё, чешка-то есть, нихуя себе, уже заебись. Хороший лут. Так, Равист, братан, ты сова мейн, да, правильно? Правильно, да? Прикинь, Равист, сколько, да, за этой чешкой? Сколько варом, да, ходил за этой чашкой? Когда, наверное, 8, блядь, или больше, она не падала. Видишь, пошел престом, упала чашка. Так, дисгрессит забираешь, да? Да, только я, блядь, долбоёб улетел. Угу. Так. Хорошо, тебе перекину. Так, запы, кожаные, критхаст. Ебать, кто там рыгает? Это жаба, что ли, так рыгает у вас? Ебануться нахуй. Кстати, где эту жабу выбивать надо? Лучше не убивай никогда эту жабу, она рыгает отвратно. Чё, прикольно, блядь. Поручи полные тени. Злобные. Так, злобный, ты у меня сова, правильно? Так что чилишь. Иди разобирает. Так, ну эту я передам, сейчас я ей поебану. 700. Летим целка. Вы там у целка рядом есть там шкаф? Ну, точнее, да, прилетим. А он блок близко. Так, ИП Навара тебе. А ты это сейчас... может, я в сову, они вчетвером похилят. Подумаем сейчас. Уёво, что Биг Дэм только на одного перса ИП копит. Остальными на вторую. Давайте один вейнс быстрее. На вторую не пойдет помогать нам. Надеюсь, там будет нормально, людей будет хватать. Твинки плюс новенький, плюс первый не сходи. Так, три запроса. Донтест 21 день. Ой. Игрок? Он против. Игроки не найдены, короче. Ну этот, Кирсори, останься в танке, будь в этом, на ребре побудешь. Да и на леди. Танканешь. Два босса.
Так, я останавливал запись, нет?